Скоро в школу, но у этих ребят учеба продлится вдали от дома. Им необходимы особый режим и лечение. Многие из них только родились в тот трагический год чернобыльской беды, а некоторые пережили те страшные, полные тревоги дни после аварии. Говорят, что время – лучший лекарь, но только не для них. Именно время показало, что многие из ребят, которые живут в зонах жесткого контроля, испытали на своем здоровье пагубное влияние радиации. Одно из них – заболевание щитовидной железы. И чтобы вылечить маленьких пациентов, организовать постоянное наблюдение за их здоровьем, и создан этот лечебный санаторий. Расположился он в самой экологически чистой зоне Черниговской области, дендрологическом заповеднике Академии наук Украины. Специалисты-медики уверены, что особый микроклимат этого уникального тростенецкого лесопарка поможет ребятам стать здоровыми. Академия наук, несмотря на издержки, пошла на оказание помощи санаторию и медицинской аппаратурой, и продуктами питания. Валерий Тарасович, я знаю, что вам еще трудно с организацией лечения. Да, конечно, санаторий наш еще молодой и не обеспечен полностью лечебно-диагностической аппаратурой. И поэтому у нас такая есть просьба к спонсорам, если бы они могли нам помочь в этом благородном деле для детей, которые пострадали в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Добавлю, что санаторий находится в глубинке Украины, и как важно не забыть о нем, помочь в становлении медицинских кадров, в организации полноценного лечения чернобыльских ребят, наших с вами детей, которые нуждаются в постоянной помощи взрослых. Откликнитесь, санаторий ищет спонсоров.